В Самаре прошел форум общественных наблюдателей Октябрьского, Ленинского, Самарского железнодорожного районов Самары. Многие из присутствующих уже не в первый раз в этом качестве участвуют в избирательной кампании. Эта деятельность не является профессиональной, и нужно периодически обновлять знания. Плюс к тому еще периодически вносят изменения в закон, чтобы они знали, какие нормы действующие. Анастасия Демкина – общественный наблюдатель от Самарского района. Это не первая ее избирательная кампания. Чтобы наблюдателю обеспечить законность процедуры голосования, важно быть внимательным, ответственным, понимать весь избирательный процесс и четко следовать инструкциям, рассказывает девушка. Эта работа показывает свою эффективность, потому что мы со стороны граждан, мы со стороны общества, и наша работа именно в этом заключается, чтобы было все прозрачно и законно. Обучающие семинары для общественных наблюдателей направлены на повышение их правовой грамотности. На занятиях разбирают не только теорию, но и ситуации из практики, которые случались во время прошлых выборов. Пул наблюдателей продолжает формироваться. На избирательных участках в дни голосования будут присутствовать независимые наблюдатели или наблюдатели от партий и объединений. 1751 избирательный участок, и закон позволяет на каждый избирательный участок общественной палате направить до 3 наблюдателей. Это связано с тем, мы прекрасно понимаем, что трехдневное голосование – это тяжелый физический и психологический труд для наблюдателей. Естественно, одному человеку крайне сложно все 3 дня будет работать. Поэтому закон предоставляет право направить до 3 человек, которые могут меняться и тем самым наиболее эффективно пронаблюдать за всеми избирательными процедурами. Ответственным за набор и обучение наблюдателей является общественный штаб по независимому общественному наблюдению за выборами. В его состав вошли представители областной общественной палаты, ведущие эксперты по части избирательного права, представители аппарата уполномоченного по правам человека в Самарской области, представители средств массовой информации. Всего в составе штаба 15 человек. Среди них и генеральный директор телеканала «Самара ГИС» Елена Кольцун. Галина Топилина, «События».